Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня мы с вами снова возвращаемся к монашке, продолжаем собирать маску, ну и, конечно же, проходить главы. А я сейчас, опять-таки, не знаю, что мне выпадет, но мне кажется, что сейчас выпадет либо взрывная кукла, либо лабиринт, что-то из этого. Не, ну если это, конечно, будет крыса... Вы что, издеваетесь? Знаете, я даже скажу честно, то, что за кадром я просто... Эта глава... Она мне ни хрена не попадалась до этого. Что происходит вообще? Я не понимаю. Так, ну ладно. Что вообще происходит? Ой. Кстати, я про это немного забыл, но в принципе ладно. Вот такое вот странное начало серии. Ну что ж поделать. Ну давай, нападай. Так, хорошо. Монашка, видишь крышу... Крышу, блин. Видишь крысу на экране? Это ты. Так. Фух. Ладно, я успокоился, теперь я могу спокойно комментировать. Хорошо. Опять-таки повторюсь, ни разу мне не попадалась эта глава по какой-то причине. Да и, как по мне, то это даже очень неприятная глава. Ага. Как-то быстро я нашел пистолетик. Как-то подозрительно очень, потому что, ну, как бы все так просто. Ну, думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, у меня так просто все не бывало, если честно. Так, хорошо. У меня... Ребят, у меня сейчас вообще абсолютно нету такого особого выбора. Ага. Так. Типа, здесь раньше вроде как была в какой-то версии монетка специальная, которую надо было вставлять в автомат. А поскольку тут добавилась валюта, то придется таким образом это все проворачивать. Так, хорошо. Что нам осталось? Нам остались эти жвачки, да? Или что там? Ну, типа, короче, эти шарики. Так, хорошо. Так, масло тут. Все тут. Так, хорошо. А, это крыса, блин. Здорово, крыса. Так, ну ладно. Теперь давайте начинать разбираться, где у нас это все может быть. Вот сейчас вот очень интересный вопрос для меня, вот прям серьезно, потому что я не знаю, где может быть эта жвачка вся, баночка. Но, возможно, скорее всего, она в туалете. Ой, блин, я крысы испугался, ты что делаешь? Да ё-моё, хватит меня пугать. Почему меня эта крыса так испугала? Она меня испугала больше, чем монашка. Это не по плану, на самом деле, монашка. Так, хорошо. Раз такое дело, то давайте начнем расследование. Так, сейчас мы с вами, короче, бежим в туалет. Ну, мы это сейчас будем делать как ненормальный человек. Потому что мы туда идем не просто так. Так, хорошо. Да и вообще, мне почему-то кажется, то, что туалеты нету смысла осматривать, потому что, ну, какой нормальный человек будет искать там вот эти все жвачки? Ой, это совсем не то. Мне вот это зерно совсем не нужно. Ну, это... А, это не зерно, это кукуруза, по-моему. Или не кукуруза. Я, короче, уже забыл. Хорошо, давайте тогда отправимся сюда. Потому что я что-то реально без понятия, у меня абсолютно нету никаких особых предположений насчет этого. Так, тут этой дуры нету? Отлично. Так, хорошо, тогда возьму связку. Я не знаю, где сейчас будет монашка, но... Мне кажется, этот маневр просто гениальный. Так, хорошо. Но мы обязаны найти эти жвачки, потому что я и за кадром вообще не понимал, где их искать. Может быть, они тут? Да нет, тут монетка, очень печально на самом деле. Так, ну, возможно, жвачки у нас здесь. Странно, но нет. Может быть, жвачки... Ага, вот они, наконец-то.
Вот наши жвачки, хорошо. Что-то я как-то быстро со всем этим справился. Но сейчас даже проблема не в этом. Сейчас мне нужно охотиться на эту крысу. А это для меня будет еще та задача. Так, я не знаю, где монашка. Возможно, она сейчас в прачечной или хз. В общем, или она в канализации там тусуется. А то тоже такое бывало, я такой начинаю там по водичке фигачиться. И она навстречу мне. Да и как бы я не удивлюсь, если она сейчас из ниоткуда вылезет и нападет на меня. Ну или может быть она где-то еще, я без понятия. Так. Давай быстрее, давай быстрее. Потому что сейчас-то дура придет и вообще не до этого будет. Так, хорошо, сейчас мы с вами, так сказать, бежим. А, вот она. Да, блин, у меня не выстрелилось. Так, хорошо, хорошо. Так, ну и где-то крыса. Я еще, кстати говоря, сейчас не особо в удобном положении держу телефон. Да и тем более у меня сейчас не особо такой богатенький словарный запас. Потому что у меня немножечко голова не работает. Ну, надеюсь, то, что это на видос не повлияет. Так, вот крыса. Да ё-моё. Я сейчас за ней гнаться буду 3 часа, походу. Ну, давай. Давай, блин, я сейчас все коробки тут истреблю. Чёртовой матери. Так, хорошо. А сколько у меня там этих жвачек осталось? Ну, 5-6 штук примерно, да? Так, ага. Так, понял маршрут. Ага. Ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Эй, крыса. Так, хорошо, она снова пробегает здесь. Да. Так, отлично. А значит, что мы сейчас с вами делаем? А сейчас мы с вами спускаемся вот сюда. И, конечно же, идем собирать масочку. Так, ладно. Так, по всей видимости, я так понимаю, сейчас мне придется проходить, наверное, сразу 2 главы за этот видос. Так, ну вот только куда монашка делась, я не совсем понимаю. Так, хорошо. Следующую Грааль у нас фиг знает где. Ну, я тогда, скорее всего, пока вот это все дело вырежу, так сказать, потому что, ну, как бы искать Грааль это такое увлекательное занятие просто. Что даже прям не знаю, что сказать. Да и, возможно, я сейчас, наверное, перезапущу игру, чтобы я лучше понимал, где будет находиться монашка и во всем этом духе. Итак, мы с вами продолжаем. Это уже 1125-я попытка выбить главу лабиринт. Я не знаю, по какой причине у меня сейчас не выбивается она. А все время мне попадается вот эта взрывная кукла. Так, а нет, наконец-таки лабиринт все-таки. Кстати говоря, об этой картине, то есть я уже из-за небольшого такого любопытства начал читать ее, поэтому половину я прочитал, и, в принципе, я уже сразу вник в суть, да, поэтому давайте я тогда все равно перечитаю. Так, ладно. Она высокая и стройная и пахнет немного странно, но вы быстро к этому привыкнете. Смазка, которая есть у всех, нас не беспокоит запахи. Весь день она блуждает по школе и ищет плохих детей. Конечно, кто-то знает, почему она это делает. Здесь внизу нас много. Кто-то плачет днями, а другие очень тихие. Вот такие вот дела, в общем. Ну а пока мы с вами идем проходить эту очень неприятную главу. Так. Я просто хочу быть сразу готовым ко всему. Так, готов, все, понял. Так, давайте. Фух. Так, в принципе, пронесло. Хорошо, тут мы с вами все закрываем, вот это все дело. Так, и сейчас я, наверное, сразу побегу за баночкой
с теннисными мячиками, если они, конечно, тут будут. А, они тут у нас есть. И знаете, как можно сразу еще сделать? А, все, я понял, да. В принципе, можно... Так, о, здорово, монашка. Так, ну я думаю, то, что у нас сейчас есть время. Так, давай. Так, отлично. И вот так вот она по таймингу. Или не по таймингу. А, вот она. На батуте решила попрыгать, но в итоге она все равно погналась за мной. Так, хорошо. В принципе, все идет, в принципе, да. Все идет очень хорошо. У меня сейчас не особо такая сильная сосредоточенность на своей речи. Даже скажу на геймплее. Так, ну я надеюсь, что это мне опять-таки не помешает. Так, пара кроссовок. Так, и остается вот эта пружина. Вот так вот мы с вами быстро справляемся. Так, все, тихо, это очень рано. Надо было просто подождать. Так, хорошо. Так, закинули, и теперь мы сейчас с вами, конечно же, бежим за маслом. Так, закрываем. Я просто уже не знаю, как это все комментировать. Потому что, как бы, учитывая то, что в каждой серии я говорю одно и то же. Ага. Вот, кстати, знаете, за кадром точно такая же картина была. Она очень часто на меня так же нападала. Вот прямо у меня перед лицом, и я не знаю, чуть ли не выкидывал телефон от такой неожиданности. Но сейчас мне вроде как фартануло. Но нет, она на меня опять напала. Но это, в принципе, уже для меня не является такой серьезной проблемой. Мы просто с вами сейчас побежим. Все сделаем таким вот образом. И она просто, как наивная дурочка, будет думать то, что мы находимся на втором этаже. Так, быстрые кроссовки. Так, куда там надо идти? Так, хорошо, это все можно уже позакрывать. Так, я закрыл, да, я закрыл. Так, открываем здесь и здесь открываем. Так, короче, забираемся вот сюда. И сейчас главное не забыть, куда мне бежать. Так, погнали. Так, хорошо. Влево. Так. Влево. Тут должна быть, да, оранжевая вот эта влево, вправо. Влево. Влево. Вправо. И, по идее, сейчас уже все должно закончиться. Да, и мы с вами проходим вот эту главу. Вот так вот довольно просто и быстро. Или не просто. Так, хорошо. Я не знаю, где мы сейчас вылезем. А, залазь обратно! Залазь обратно! Да ладно! Ты чё? Не, ну ты, конечно, вообще дурачок, блин. Вообще даёт. Монашка, блин. Тебя здесь нет? Издеваешься, что ли, да? Монашка, ты чё? Тебе чё, больше делать нечего? Тебе больше пройти негде? Дура, блин! Так, всё, хорошо, спокойно. В принципе, всё теперь идёт по плану, да. Все, монашка, я тебя уделал. Наконец-то, блин, я, блин, сначала думал, то, что это реально будет какая-то наилегчайшая глава, но что-то как-то сейчас все как-то пошло не по плану. Я ни хрена себе. Я аж так распаниковался, что прям не знаю. Ну и, короче, да. Мы с вами все это дело проходим, наконец-таки, проходим главу лабиринт. И остается у нас только взрыв на высоте. Самая неприятная для меня глава.
Ну и вот, в общем. Вот на теперь, на такой нотке можно со спокойной душой наконец-таки закончить. Я думаю, то, что в ближайшее время я наконец-таки, так сказать, добью вот это все дело, соберу маску и, дальше уже, ну, я думаю, что дальше будет вы и так знаете. Сейчас я не буду читать, что вот на этой последней картине будет, потому что сейчас уже как-то не особо есть какое-то желание. Поэтому давайте просто заканчивать. Ссылка на игру, как всегда, в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии, ставьте игру ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!